Здравствуйте, уважаемые телезрители! Думаю, в каждом из нас живет свой маленький Плюшкин, и я не исключение. За несколько лет насобиралось у меня, наверное, десятка-полтора вот таких вот банок из-под чая, и вот рука не поднимается их выбросить. Ну, а что можно хранить в банках из-под сыпучих продуктов? Конечно же, сыпучие метизы. Опять скажете, вы баночки, опять этот колхоз. Да зачем, когда есть готовые системы хранения? Да господи, в принципе, крепеж продается уже вот в таких контейнерах, даже с крышкой. Ну, проблема этой крышки как раз в том, что она ни черта не весит, и обычно в первые полчаса работы ее просто уносит ветром в неизвестном направлении. А если вдруг начнется дождь, или, как любят говорить у нас в Беларуси, краткосрочный дождь, амаль без перепынку, и нужно в срочном порядке куда-то убирать весь крепеж, пока он не поржавел. И вот у этих баночек есть одно неоспоримое преимущество. У них крышка никуда не потеряется. Но просто баночки с крышкой как-то слишком банально. Надо же как-то расширить их функционал. И для этого нам понадобится проволока толщиной 4 мм. Отрезаем кусочек длиной сантиметров 40. Изгибаем. Так, берем еще. Так, трубочки 3 четверти дюйма в данном случае. Можете взять дюймовые, если хотите. Так. Равняем. Отмеряем сантиметров 5-6. Так, снова берем трубочку. Загибаем. Практически готово. Так, изгиб сейчас покажу. Делаем небольшой изгиб вверх, так как наша банка, она все-таки цилиндрическую форму имеет. То есть, ну, примерно вот так. Еще нам понадобится кусок жести.
Дальше нам понадобится пресс. Ну, можно, конечно, ту же операцию выполнить в тисках, но у меня все равно есть пресс. Зачем мне мучиться? Ну, в принципе, почти готово. Дальше сверлим, обрабатываем края, немножко изгибаем. Дальше крепим на заклепки и в результате получаем вот такую штуку. Ну, а на донышко можно положить вот такой кругляш, высверлить коронкой из ДВП. Ну, чтобы когда вы будете туда гвозди жменями забрасывать, не пробить дно. Все-таки тут довольно-таки тонкий металл. Можно повесить эти банки на какую-нибудь доску рядом со своим рабочим местом. Можно даже, наверное, на пояс повесить. Ну или на стремянку, или на лестницу. Даже если какую-то обрешетку вы на крыше, там, например, набиваете, то можно подвесить и снизу, и прекрасно все держится, да. Либо же наоборот, сверху, если вы находитесь. В принципе, вещь получается довольно-таки функциональная. Так что, если вы, так же как и я, любите пить чай, и у вас насобиралось много вот таких вот баночек, не выбрасывайте. Они вам еще пригодятся. Кстати, пойду чаю попью. Ну, а на этом все.